Привет, друзья! Сегодня расскажу и покажу вам 10 одиночных игр, которые погружают вас в умопомрачительную атмосферу и заставляют забыть обо всем на свете. Готовы окунуться в мир захватывающих приключений и невероятных эмоций? Тогда лайк и погнали! Hades 2 – безумный и максимально динамичный экшен, который сделает вас частью сражений на глубине преисподней. Ты могущественный воин, обладающий магической силой, которую направишь на борьбу с титанами времени, которые хотят уничтожить этот мир. Мрачные подземелья подготовили для тебя немало сюрпризов, именно поэтому совершенствуй свои навыки и наращивай силу, чтобы справиться с любым испытанием на своем пути. Игра довольно разнообразна и позволит тебе пройти ее не единожды, да еще и за разных персонажей, каждый со своими уникальными характеристиками и боевыми талантами. Отдельно стоит отметить хорошо проработанную графическую рисовку, которая отправляет нас в мрачный трехмерный мир с максимально реалистичной атмосферой. Пройди все испытания, преодолей множество ловушек и сделай все возможное, чтобы дать этому миру шанс на существование. Forza Horizon 5 – гоночное аркадное приключение, которое вновь готово порадовать нас уже пятой частью серии, с массой нововведений и интересных событий. Первым делом стоит отметить точно проработанную графику, которая позволит нам с головой окунуться в красочный реалистичный мир и в полной мере почувствовать себя на месте главного героя. Порадует также и наличие огромного выбора автомобилей, каждый из которых поддается модификации, и из каждого ты сумеешь сделать что-то совершенно уникальное. Принимай участие во всевозможных гоночных состязаниях, проверяй смекалку и хитрость на трассе, а также сделай все, чтобы оппонент остался позади. По мере продвижения к успеху удели особое внимание развитию собственных навыков и профессиональных способностей, что позволит тебе преодолеть более сложные испытания и победить более коварного оппонента. Возможностей для достижения поставленной цели игра предоставляет массу, главное суметь ими правильно воспользоваться, и тогда тебя точно ожидает слава на весь гоночный мир. Кена – Bridge of Spirits. Это фантастическая экшен-игра, которая отправит вас в путешествие по удивительному миру. Вам предстоит совершить увлекательные исследования в окружающих вас местах, а вашего персонажа будут сопровождать любимые духи леса. Они являются главной изюминкой сюжетной линии, становясь ее неотъемлемой частью. Отправляйтесь в путешествие, полное захватывающих приключений. Вы должны использовать свои навыки, чтобы взаимодействовать с окружающим миром. Ваши навыки не всегда могут быть на должном уровне. В этом случае вам придется прибегнуть к помощи призраков. Эти маленькие существа значительно расширят диапазон навыков вашего персонажа, позволяя вам достичь желаемого. Новые навыки помогут вам открыть для себя другие способы взаимодействия с окружающей средой. Например, вы сможете преодолевать непреодолимые препятствия или находить выход из безвыходных ситуаций. Решайте головоломки и избегайте нежелательных встреч с враждебными обитателями. Развивайте навыки своего персонажа и дойдите до конца долгого путешествия, чтобы выполнить опаснейшее задание. Dark Souls Remastered – это новое воплощение классической фэнтезийной ролевой игры. Давным-давно игровой мир был потрясен выходом этой игры, которая предложила новый взгляд на средневековую Европу. Действие разворачивается в вымышленном королевстве – Лордерон, которое находится под действием древнего проклятия. Не так давно это был процветающий край, но теперь город населен нежитью, представляющей смертельную угрозу для крестьян. Вы играете за нежить, сражающуюся на стороне смертных. В неравной борьбе с силами зла игрок пытается разжечь пламя прошлого и восстановить священный порядок Лордерона. Игра стала хитом и получила положительные отзывы в прессе. Мрачная вселенная Dark Souls получила подробную реконструкцию без каких-либо изменений сюжетной линии. Помимо однопользовательской кампании, вас ждет новый сетевой режим специально для таких любителей фантастики, как вы. Dragon Age Inquisition – это приключенческая игра, действие которой происходит в фэнтезийном сеттинге. Игра стала третьей частью культовой серии игр, ставшей известной во всем мире. Действие разворачивается в альтернативной средневековой эпохе. Тедес охвачен ужасом. Жители этих земель столкнулись с древним злом. Вам предстоит возглавить Инквизицию и сражаться с силами зла на родном континенте. Помимо борьбы со злыми духами, игроки будут раскрывать королевские интриги и политические преступления. Здесь даже близкие люди могут стать предателями и получить удар в спину. Чтобы выжить в хаосе, держите ухо востро, а глаза открытыми. Вы можете выбрать имя, пол, внешность и сексуальную ориентацию главного героя. От вашего решения будет зависеть и финал этой истории. Помимо сюжетных миссий, игроки могут исследовать открытый мир, состоящий из различных рас, сражаться с демонами в землях Тедеса и защищать крестьян от надвигающейся угрозы. A Tale Plail Requiem – это продолжение популярного приключенческого проекта, в центре которого находится героическая Амиссия и ее бесстрашный брат Хьюго. Они должны вновь столкнуться с жесткостью этого мира и попытаться выжить вместе, где даже взрослые не могут справиться с бедой. Они должны продолжить борьбу, начатую в первой игре серии, и противостоять проклятию, нависшему над ними. Игрокам вновь придется иметь дело с полчищами крыс, на этот раз управлять ими будет Хьюго. Он общается с ними на необъяснимом уровне и в результате способен направлять крыс
в нужном направлении. Этот навык пригодится, когда главный герой пробирается через вражескую среду. Поскольку эпидемия чумы продолжается, он должен быть осторожен со всеми, кого встречает. Вы будете общаться с другими детьми и заведете новых друзей, на которых сможете положиться в опасных ситуациях. Сила будет на вашей стороне, если вы будете избегать врагов и не вступать в открытую конфронтацию со взрослыми. Найдите себе еду, спрятавшись в подвале или прокравшись на теплую кухню. Вашим героям придется работать вместе, чтобы добиться успеха в каждом действии. Совершенствование имеющихся навыков или забота о благополучии тех, кто за них отвечает, могут внести изюминку в ваши планы. Uncharted 4 FF's End – приключенческий экшен, в котором главные персонажи ищут сокровища пирата Генри Эвери. Пират получил это богатство после захвата корабля Ганг и Савай, а поиски героев постепенно привели их в Либерталию – это заброшенные руины древней пиратской колонии. Данная часть обладает множеством флешбеков, повествует о взаимоотношении между персонажами, а также рассказывает о событиях, где участвовал Нейтан Дрейк. Геймплей происходит от третьего лица и вмещает элементы трехмерного платформера. Большую часть прохождения вы будете контролировать Нейтана Дрейкона, а в пятом эпизоде возьмете управление над Сэмом и Кейси. На уровнях предстоит прыгать по зданиям, цепляться за выступы, раскручиваться на веревках и выполнять другие элементы паркура. Все это для того, чтобы преодолевать препятствия, быстрее перемещаться и неожиданно нападать на врага снизу или сверху. По мере прохождения понадобится вести дневник Дрейка, где содержатся найденные записки и имеются подсказки к решению многочисленных задач. Инвентарь у героев ограничен. Вы сможете нести один автомат, винтовку, пистолет и холодное оружие. Пушки можно менять, подбирая их у погибших врагов, либо находя на локациях. Осталась и механика стелса. Благодаря ей можно бесшумно убивать врагов и целые отряды, чтобы они вас не замечали. Впрочем, вы можете проходить уровни, убивая всех соперников с дальнего расстояния при помощи снайперки. Идти напролом со штурмовой винтовкой, либо карабкаться по зданиям, убивая соперников в спину и производить меньше шума. Resident Evil 4 Remake – захватывающий экшен-приключение от третьего лица, где мы снова вступаем в схватку с коварными и бесчеловечными зомби. В этот раз тебе предстоит взять на себя роль главного героя, агента Кеннеди, чьей целью является спасение дочери самого президента. Всегда исполнявший свои задания с легкостью и точно в срок, на этот раз Кеннеди столкнется с еще более ужасными преградами, к которым необходимо тщательно подготовиться. Одним из главных обновлений в этой игре следует отметить улучшенную графику, которая стала невероятно реалистичной, погружая тебя в еще более пугающую и напряженную атмосферу. Игровой мир стал более детализированным и проработанным, позволяя тебе исследовать самые скрытые уголки и тайные локации. Твои принимаемые решения будут оказывать влияние на развитие сюжета, поэтому ты всегда должен быть внимателен, обдумывая каждый шаг и применяя свою сообразительность и хитрость. Сюжет игры насыщенный и многогранный, так что у тебя точно не будет времени на поскучать. Red Dead Redemption 2 – это довольно бешеный экшен с занимательными миссиями и элементами стрельбы. Вам предстоит отправиться в недавнее прошлое и окунуться в атмосферу Дикого Запада конца 19 века. Вы должны стать частью группы отчаянных людей, которые только что совершили масштабное ограбление. Теперь им приходится ускользать от преследующего их шерифа и постоянно менять свою позицию. Возьмите на себя роль отважного стрелка по имени Артур Морган, который отвечает за безопасность всего вашего отряда. Вы преодолеете множество препятствий и постараетесь выдержать суровые испытания, защищая и кормя свою команду. Вам придется выживать в менее чем идеальных условиях и спасаться от преследования правоохранительных органов. Вы будете обманывать местных жителей, воровать и придумывать другие способы получения ценных предметов и оружия. Вам будет предоставлена свобода свободно решать свою судьбу. Любое ваше действие будет иметь последствия, поэтому вам необходимо планировать все заранее. Souls Test – динамичная приключенческая игра, разработанная в жанре экшена, которая отправляет нас на просторы мрачного мира фэнтези. События игры поведают о внезапно открывшемся портале, из которого начали стремительно выползать жуткие монстры. Теперь родное королевство главной героини находится на грани исчезновения, и только ей под силу справиться с этим злом. Исполни роль могущественной химеры и вместе со своей командой становись на пути сопротивления, проходя испытания, избегая ловушек и делая все возможное, чтобы цель была успешно достигнута. Врагов будет огромное количество, ведь появившийся монстр способны превращать все живое в ходячих мертвецов. Развивайся и улучшай боевые способности, которые помогут истребить оппонентов в два счета. Порадует графическое исполнение, наделенное уникальной рисовкой, захватывающими эффектами и гаммой красок. Надеюсь, мое видео помогло вам открыть для себя новые захватывающие игры, которые подарят вам незабываемые впечатления и эмоции. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые ролики о лучших играх на ПК и не только. Спасибо за внимание и до новых встреч!